Осенний розыгрыш «Амалиги» завершается. В субботу последний тур. Главную интригу сохранили на десерт. Постарались «Торпедо» и «Ниструм». Встречу лидеров перенесли на конец, чтобы провести тот самый золотой матч. По регламенту 10-й тур, по сути, главный поединок сезона. В золотом матче встретятся Кишиневский, Нистру и Торпедо. У команд полное равенство очков, побед и поражений. Даже преимущество в личной встрече для Нистру не сыграет роли. Ничьи быть не может, а значит и равенство очков. Если что, все решат буллиты. За кого болеть, выбор есть. Нистру – действующие чемпионы. В Торпедо – группа приднестровских игроков. Наконечный – Попов и Шевченко в лидерах. Начало матча в 16:30 в Кишиневе на арене «Лайзбор». Развязка всего сезона в прямом эфире первого приднестровского. Чуть раньше, в 13:30, за бронзу будет биться мини-футбольный клуб «Тирасполь». Прямой конкурент – «Термоэлектрика». Сейчас соперников разделяет одно очко. Итак, финальная жара в Амалиге. Золотой матч сезона смотрите на первом приднестровском. Суббота, 27 ноября, 16:30.